Плюм. Це не вставляй вовло. GoPro, ёпта. Тупо материальчик. Бля, ты шо, Бася? Гонишь, ты шо, Бася? Ремчик на меня не разлей, я лев против. Не, пацан, это не я. Крепко держи его. Не, не, возьми. Все, держу я. Держишь? Выпнешь. Короче, ребятки, встретился я сейчас с Приходько Максимом. Тоже Максимом! Известный, сука, известный обжора-блогер и вообще крутой чувак, с которым я учился много лет в одной школе. И сейчас, в общем, мы решили прогуляться, может, что-то подбухнуть, так сказать. Там собрать совет директоров на двоих. Повисим, пострадаем херней. И может, какой-то бомжат мы найдем, не знаю. Бомжа найдем, пацан. Это уже по ситуации. Сейчас мы в АТБ зайдем, подкрепиться, так сказать. Ой, хуйню творим, хлопцы. Твору. Ой, что я сказал? Твору. Твору что? Твору хуйню. Что я аккуратнее? Мы вернулись. Ну да. К исходной позиции. А ничего, мы проверили. Сема, как всегда. Сема. Семки у меня чуть есть, надо взять побольше. Ты мне в тот раз то же самое говорил. Дежавю, понимаешь? Надо взять запасом. Давай. Лежит. Лежит. Не, чувак, это большая. Это большая, нам надо поменьше. Не подходит нам такая. А, вот поменьше, пацан. Зелененькая. Во. Раз. Раз. Да нам одного и хватит. Я думаю, давай баварские возьмем. Ну, можно. Реклама, нам не платили за нее, к сожалению. Пацан, идем. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Речь быть. Теперь надо найти, куда нам присесть. Может, продешевлю? Потерялся? Хлопчик потерялся. Короче. Так, це не вставляй вовло. Чого це? О, забороню. Подожди, ну не говори. Эти... Блять, огурцы! Вот это пацан вообще! Это самое шоколадное. Мой один из предыдущих влогов. Что там, Коля хейтер, да? Коля хейтер? Ну ларин. Не смотрели? Ага. Ларин. Я говорю, нет, не могу. Вова ложкой его такая. Правильно его. Да ну ладно. Хорошо, Саша Шапик, Мартыненко, не? Саша Шапик. О, смотришь. А ты ютубер? Я, да. У меня там около 3000 подписчиков. Вон. GoPro, ёпта. Ну да. Ну ладно, пока. Давайте. Пацан, малые не знают, кто такой Саша Шапик и Мартыненко. Один единственный какой-то узбек знает, кто такой Шапик. Ребята, ну Шапик, ну что за дела? Слушай, тебя даже школьники не выкупают. Я реально в шоке. Там только один засранец. Ты слышал, что они сказали? Да, Ложка и Мангай. Капец. То есть, ну сам выкупаешь? Да. Бля, пиздец. И Мангай заполонил мир. Рудской. Я тебя найду. А я такой смотрю, понял, ты стоишь на остановке. Я думал, ты, ебать, на маршрутке приехал с какой-то левой стороны вообще. А я сидел напротив. Я сам не помню, как пришел. На остановке напротив. Короче, у пацана этот резинка от наушника застряла в ухе. Он думал, что он ее проебал. Там машина рядом стояла. Он думал, что он ее просрал. Просто стоял раком 5 минут, искал эту херню. И в итоге нашел у себя в ухе. Ну, бывает, хули. А ты себя хорошо поводив? Поводив, добре. Добре. А чого відос так рідко пилиш? Ну, так обстоятельства склались. Обстоятельства воного склалися. Ну, добре, одне рево можна й дати, добре. Hello, darkness, my old friend. Та знімаю. Та ти що, знімаєш рево з пивом? Да. Що я сказав? Ти що, знімаєш рево з сухарями? Я як-то ще хочу, кстати, Фінляндію попробувати. Ти пробуєш? Да. Какая самая такая чёткая? Красная вот эта, клюквенная. Журавлина чи клюква, як оно, блядь, називається. Вот это красную, которая типа красная прям самая вкусная, очень.
Особенно с этим соком, типа сицилийский апельсин, самое офигенное. Максик побежал нам за трубочками для рывасика. Будем его сейчас... Она сейчас режим ожидания, режим к хатику, так сказать. Ну, я не знаю, с чего он, блядь, сделает вообще эти трубочки. Сука. Чуть сухарики не просрал. Там, короче, стоит нерабочий автомат кофейный. А он думал, что он рабочий. Пошел туда трубочки. А трубочек нет. Автомат закрыт. Пошел дальше. Ой, упоротость. Это жесть. Короче, герой сегодняшнего вечера нашего уже летит. Походу, он нашел какой-то ларчик с кофе. Видимо, нашел там, соответственно, трубочки. Еще раз давай. Подписывайтесь на канал. Макс Приходько. Ссылка в описании. Раз, вот это, гуляя с такими хлопцами, чтобы себя рекламировать. Ссылка в описании. Сука. Нашел трубочки, да? В описании. Нашел трубочки? Трубочки нашел, в описании. Сука. А ты пошел к тому, да, нерабочему этому? Да. Он же не рабочий. Ты понял, да? Я знал это. Такой пошел туда-сюда. Я зелененькую люблю. А, я думал, ты голубой, ну ладно. Ну, спасибо. Бывает. Жизнь огорчение. Нету хлеба, ешь печенье, знаешь. Пацан. Тут горло, говорю. Узкое, а есть широкое. Тут узкое. А надо в узкое. Надо просто узко. Ну, хлопчик, за встречу. За встречу. Интеллигенция. Что мне не нравится. Ты что снимаешь? А что нельзя? А что нельзя? Нельзя. Так а что? Так а что? Так а что? Ну хочу. На. Который раз мне уже тут смотришь. Ты что? Вашан, ты какой Ашан? Беги домой с тобой. Короче, хлопчики это девчата. Мы тут висим в нашем, в моем парке и спеваем песни. Песни! Давай. Я не знаю, слив. Давай, Макс. Давай, пацан! Выручай. Выручай ситуацию. Чем они свиты, что? Ага. Я тоже вмею. Ага, вмеешь, блядь. Да. Ярик параллельный, пьяный. И сенсация. Я? Не. Да, разоблачение, знаешь. Ага. Разоблачение. Я треск, как стекло глобуса на Крещатике. Че ты рожь? А ты шо рожь? Я на ру, а мне можно, я на своем районе. На районе? По. На районе пранков. Какофония, да? Да, да. Блядь, ты шо, Бася? Шо, не шо, шо, Бася? Чика. Ох ты, сука. Бася, Бася, ты шо, гонишь, Бася? Закрой камеру. Нет, не закрой. Ты шо, Бася, гонишь, ты шо? Закрой камеру, говорю. Закрой камеру, блядь. Сука, это моя камера, не может. Ну так, Вася вышел. Ты шо, Бася? Вася вышел. Закрой камеру, говорю. Сука, прыгучая говно. Звук прохожим. Так, ребята, всем привет. Сегодня мы находимся на Болотной площади, и, как всегда, мы видим человека, который выпивает алкогольные напитки. Да, мы лев против. К сожалению, сегодня я футболочку решил наконец-то постирать. Сука, уже 2 года в одной футболке хожу, решил постирать ее, и теперь я в шмотиках гопник. А что такое? А что такое? Мы организация это международная. А что ты пьешь тут, а? Ты что, Вася, охерел? Утилизируйте алкоголь, пожалуйста. Я тебе говорю, хватит снимать. Я говорю, утилизируйте алкоголь, мужчина. Мужчина, утилизируйте алкоголь. Мы сейчас позовем сотрудников полиции. Я тебя говорю, хватит снимать, слышишь? Мы сейчас позовем сотрудников полиции. А ну бутылку в мусорку. Хватит снимать, слышишь ты?
Так, ребята, да все. Нам приходит. Рэмчик на меня не разлей, я лев против. Что, хватит утилизировать? Оно утилизирует. Я тебе говорю, хватит снимать. Так, ребят, мне надо. Ты идешь, я говорю, хватит снимать. Ты, Вася, блогер, псевдоблогер, я тебе говорю, хватит снимать, Вася. Шо это? Это камера? Да. Не снимать! Мамкин снайпер. Оставь немножко, чтобы дерево удобрить. Мы ж за природу. Или ты не? Шахтёр заменишь. Ебать ты. Это кто зробив, а? Не, пацан, это не я. Как это не ты? А кто? Как это не ты? Это ты. Как? Как это ты так струёй задел, а? Ты шо? Ты шо? Блогер. Мы тут просто репетировали, как он будет ссать под мусорку, немного, и он немного промахнулся, да. А кстати. Шо? Блядь. А? Ну, а реально, шо это? В дырку сначала свою попади. Да подожди, вне кадра будет потом. Попал нет, в дырочку? Нет, ну реально, что это? О, все, в дырочку попал. Это, подожди, mission complete, ребят. Короче, ребята, сейчас в пизду курящий человек будет пробовать вейп впервые в жизни. Ты что, охуев? Чего ты накашляешь? Сука, человек какой-то неправильный. Все люди, которые курят, после вейпа сразу начинают кашлять. Этот не кашляет, сука. Его хуй шо убьет. Он такой бессмертный. Крепко держи его. Не, не, возьми. Все, держу я. Держишь. И меня снимай. Вот так. Ага. Нет, камера чуть-чуть. Вот так вот держи. Блять, ее ровно надо держать, сука. Да блять. Вейп нэшн. Ну ебать. Так, хлопчики, девчатка. Сейчас мы посадим файного хлопца на маршруточку и пойдем додому. А пока что мы в режиме ожидания, то бишь режим хатико. Много есть ассоциаций с этим словом, да. Не знаю, что я сейчас говорю. Я это, наверное, вырежу. А может и не вырежу. Может это сделать по-эпичному, чтобы типа вырежу, но на самом деле нихуя не вырежу, просто поставлю серый фон, как делают настоящие ютуберы. Телефон у меня садится, хлопцы. Я трошки пьяненький, трошки чуть-чуть. Да, это же. Трошки пьяненький. А Максим не трошки. Да, трошки. И, сука, расходимся как в море корабля. Бля. А потом мы сейчас устринемся и на раз, да? Да. Конечно. О, пацан, маршрутка. Маршрутка, все. Ай, пацан. Максик, шукай хороший на маршрутку. И всем пока. Так, ребятки, всем спасибо за просмотр. Спасибо, что оставались со мной. Подписываемся на канал. Что ты снимаешь, да? На канал. Какой канал? Приходько, Максима. Всем спасибо. Подписываемся, ставим лайки, комментарии пишем. Какие комментарии, Вася? Ты что, странный? Я тебя говорю, успокойся. Сейчас пошел угоманивать своего друга. Все, всем спасибо, всем пока.